Друзья, всем привет! Если у вас есть проблемы с пяточками, я вам покажу простой, но в какой-то степени необычный рецепт, как избавиться. Трещины, какие-то натоптыши убирает прям вот на ура. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Очень простой рецепт. В его основу входит обычная зубная паста. Но вот, как я уже сказала, такой результат вы действительно будете рады. Нам понадобится обычная зубная паста. Кроме этого, я беру глицерин, он продается в аптеке. Также можно взять или масло виноградных косточек, также можно использовать миндальное масло. Тоже продается в аптеке, стоит недорого. Берем 1 столовую ложку зубной пасты. Одну столовую ложку глицерина и 1 чайную ложку масла виноградных косточек. Смесь тщательно перемешиваем. Я делаю это кисточкой такой твердой, мне удобно это делать. И что я хотела сказать. Смесь, если вы приготовили вот такое количество и все не использовали, можно положить в емкость, которую можно закрыть, например, пищевой пленкой, и хранить в холодильнике. Наносить смесь нужно перед сном, после того, как приняли душ. После этого на ноги нужно надеть целлофановые мешочки или какие-то пакеты, или просто обернуть пищевой пленкой, и потом обычные носочки. Утром, когда встали, остатки нужно просто смыть. После того, как вы сделаете 2-3 процедуры, вы увидите, что пятки преобразились. Но на этом, если у вас сильно запущено, не нужно останавливаться. Сделайте еще 8 процедур, и кожу ног вы не узнаете. Вот так вот просто можно преобразить пяточки. Ни трещин, ни натоптышей, ничего не будет. Так что рецепт очень простой, обязательно попробуйте, всем советую от всей души. Всем красивых ножек, а на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание, до следующих встреч.